Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. И прошу Министерство иностранных дел интенсифицировать участие Российской Федерации в организации мирного процесса по решению сирийской проблемы. При этом наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные на аэродроме Хмеймим будут функционировать в прежнем режиме. Они должны быть надежно защищены с суши, с моря и с воздуха. Это часть нашей воинской группировки находилась в Сирии традиционно в течение и многих предыдущих лет, а сегодня должна была будет исполнить очень важную функцию контроля за прекращением огня и созданием условий для мирного процесса.